с вами на Игромир попали. Сейчас я вас возьму вновь на Игромир. Походим, пообщаемся. Там столько знакомых лиц. Все хотели поздороваться. Так. Все, Гирс 5 хорошая игра, Денис. 1100! Смотри, не полетел. Я хочу поиграть теперь в Mortal Kombat. I don't care. I love it. Короче, я сейчас иду на главную сцену Игромира презентовать Doom Eternal. Я жопа в огне, потому что сразу потом на Blizzard и везде стрим. Я не знаю, что делать. А что, прям туда надо выходить? Боже мой, как много людей. Таких стримов у вас еще не было, согласитесь. Привет! Здравствуй, Игромир! Ну, сейчас кто-то еще должен выйти. Это не менее прекрасный Doomguy! Поприветствуйте! Крутой прикид! Здравствуйте! Дамы и господа, я надеюсь, что вы выспались, вы в полном здравии пребываете и готовы к интересной презентации. Какую награду получила игра Doom на The Game Awards 2016 года? Сложный вопрос. Помимо награды за лучший саундтрек и саунд-дизайн. Девушка, вы все знаете? Лучший шутер, лучший боевик. Давай поднимайся на сцену, аплодисменты. Итак, за первое место вопрос. Уровень 31. Один из секретных уровней, подождите, дослушайте. Один из секретных уровней Doom 2. Как он называется? Все верно, Wolfenstein. Аплодисменты! Вам достается то самое коллекционное издание, сертификат. Поздравляю. Как зовут вас? Николай. Николай, поздравляю вас. Вы молодец. Все, я с вами, ребята. Короче, было у меня там 3 косяка. 2 раза я оговорился, но пипец, короче, с этой рекламной кампанией это просто ахтунг. Короче, мы сейчас будем собирать на сцене машины из кубиков. Вот, я им говорю, что, ребят, у меня там операция, ну, типа, хочу слиться, они такие. Значит, будешь руководить, я такой, ну, ладно. Наши участники, ребят, а именно Дино, блин, и Вивалкейс! Здрасте! Дэн, это тебе. Всем привет. Ага. Обманули тебя. 1, 2, 3, 4, 5. Попробуй еще разочек. Итак. 6, 7. Есть. Всем привет. Есть. Всем привет. Ты так прыгаешь, я чувствую себя молодым. Сразу. Да, прости. Они мне по вибрацию. Да, I feel it. Итак, ребята, еще раз привет. Я, во-первых, Дэн, сразу к тебе. Давай. Я тебя не видел целый год. 3, 2, я не знаю, что сейчас будет происходить вообще на сцене. 3, 2, 1, поехали, время пошло. Я колеса делаю задние. Вот такие вот шутки привезли с Алиэкспресс. Итак, остается все меньше и меньше времени. Буквально остается. Я сажусь. Ой, еще 3 крыса. 15 секунд. 15 секунд. Так, Женя, давай, это у нас, это большой руль. 10, 9, 8. Что ж ты делаешь, большой мужик? Что ж ты все поломал тут? Это лего. Это лего.
Что ж ты натворил-то? Мужик, кто старался, конструировался. Я приехал. Время. 3, 2, 1. Время вышло. Аплодисменты! Ребят, я не знаю, видно вам это... я не знаю, как это назвать. Ну и про то, что вы сделали, можешь рассказать. Такая вот шатёвка, ладно. Ну, это руль, это колёса, это сиденье. В любом случае, давайте еще раз громко поаплодируем обеим всем четверым. Здорово. Ребят, спасибо вам большое. Мы в любом случае должны наградить всех. Мы сегодня награждаем от наших партнеров компании «Лего». Замечательных ребят, пожалуйста, собирай. Наши хорошо. Что вы стримите? Диана, которая из риса. Тебя подержать? Если можно. Ты умеешь такие штуки держать? Да. Ты стримишь. Давно не держала. У Дениса просто короткий, и надо тянуть. Шнур. Ну потяни. Раскрут ты меня. Найдено самое потрясающее фото с Игромира. Казалось бы, я должен был бы вам его показать в воскресенье, ну или в субботу. Это было в первый день. О, боже мой! Фото Игромир 2019 года. Я в жюри на конкурсе косплея на стенде «Близнец». Я уверен, что это будет интересно, Марина. Участников очень много. Давайте поддерживать людей. Да, да. Мне все повезло, Денис, за своим любимым занятием в общем и целом. Денис, ожидания от конкурса и пожелания косплеерам? Удачи всем участникам. Как бы это банально не звучало, но я рассчитываю на шоу, и я буду все это дело стримить. Поэтому... Прямой эфир! Да, прямой эфир. В наш мир пришли враги, одержимые желанием истребить все живое. Теперь вы готовы. Оценки. Рассказывайте. Прикольно. Нет, задорно, хорошо. Гармонично. Спасибо.
Одину и спросить у Сильваны, как она могла надеть мантию вождя. Ничего себе, что? Вот это сложно. Это да. Это круто. Я
Okay, everybody dance now. Эй, пора подлечиться! 2 года работы, 27 килограммов веса, и при этом это его дебют в косплее. Ребята, встречаем Тайкус из Твери, представляет нам Тайкуса Финлис. Поздравляем! Нифига себе. This is done. Подняли.
да. Мою волю не сломить! Вам не избежать моей хватки! Кажется, я сегодня высокие оценки ставлю троллям. Подарки всем, и потом перейдем к тройке победить. Господи, судьи сели. Вот так. Нормально, нормально. Ребят, не оборачивайтесь. Это лучший костюм по итогам сегодняшнего голосования. Это лучший костюм вселенной Blizzard на Игромире в 2019 году. Этого человека выбрали единогласно, и споров в общем и целом не было. И я думаю, мы на 3-4 каждый может его назвать победителем. Конкурса косплея на сцене Blizzard становится... Принцесса Диабло! Вот этот вот потрясающий True Gaming ноутбук от MSI достается тебе. Но самое главное, что тебе достается звание чемпиона конкурса косплея Blizzard на Игромире 2019! Все, отлично, отлично. Ребята, я думаю, что все сделали нужные фотографии. Давайте еще раз, заключительный раз в этом году поаплодируем не только нашим топ-10, безусловно, мы им уже аплодировали, а всем, абсолютно всем участникам конкурса «Косплей Blizzard». Ну, два имени у него, Кирилл Константин. Ну, типа вырастет, сам выберет. Папа хотел Костя, но он мама вчера имел. Конфликт не было, решил решили. С таким нелегким выбором они сегодня столкнулись. Это тоже было потрясающе в их исполнении. Все, если есть кому-то. Ну, чат, вам понравилось? Да, круто было. Я в восторге. Потому что костюмы нужны. Спасибо, конечно. Близок за то, что пригласили. Чтобы люди никто не упал, не поранился, не ушибся. Нет, я был уверен, что будет интересно, но не настолько. FedEx. Знаешь, из какого фильма? Но он разговаривал еще с мечом. Что он нас? Не помнит, из какого фильма. Лайки, репосты, колокольчики. Да. Деньги сыпятся с небес. Тут еще Солармон, мужик. Это потрясающий косплей. К сожалению, только алды, мне кажется, знают. Так алдов здесь очень много. Ты ребята, что? Это Том Хэнкс. Если вы не знали. Все узнают вообще. Люди плачут. Фильм как дают называется? Дают не целовать своих детей. Изгой. Изгой. Castaway. Смотрите, кто сидит. А?
Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. А мы с вами, да, что-то там снимали, я помню. С вами что-то... Как у вас дела? Да, да, вместе начинали, а теперь мы поднялись, да. Ребят, я обожаю всех троих. Я вас не буду отвлекать. Давай, давай, поболтай. Что? Давай, сними немного. Серьезно? Вот самый лучший косплей. Прошу прощения, я понимаю, что вы отдыхаете. Очень круто. Это очень крипово. Ну-ка, скажи что-нибудь. Только не ква. Что? Что? Сексуально. Не арестовывай, пожалуйста. Я просто делаю мамы. Вы только посмотрите. No homo. А что показывают? Смотрите, там стрим, как они... Я так не буду делать. Это пошло выглядит. Ну что, чай? Хорошего тебе вечера. Я отработал на сегодня. ВЛГ на стрим сошел. Топ-контент я тут нашел.